партнерами. Ряд наших компаний гагаузских имеют уже разрешение на то, чтобы поставлять нашу гагаузскую венгерскую продукцию в Россию. Осталось ряд компаний, которых вы сегодня будете инспектировать. Мы готовились к этому заранее. Компании наши заинтересованы в том, чтобы вы сегодня проработали, все посмотрели. И если будет у них все хорошо, то мы будем очень рады. Это, наверное, значит, не только начало. Вот, если будут другие заявки от вас, от других организаций, Роспотребнадзор тут рассмотрит и пришлет по мере готовности и других экспертов. Вот просьба сегодня максимально использовать эту группу высших специалистов. Делегация Роспотребнадзор a avut luni o întrevedere cu conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și a efectuat o vizită la Tiraspol. După cum a anunțat șeful Roспотребнадзор Ana Popova, în rezultatul verificărilor sanitare vor fi formulate unele aspecte cu privire la posibilitatea majorării livrărilor produselor alcoolice moldovenești. În prezent, 15 producători moldoveni exportă vinuri pe piața rusă. Ministrul Agriculturii Eduard Grama speră că, în afară de extinderea listei, va fi posibilă și eliminarea taxelor vamale. Delegația Roспотребнадзор se va afla în Moldova până la data de 17 februarie.